Да, капитан. Вам что? До свидания, капитан. Зашли меня проведать, капитан? Выглядите вы гораздо лучше. А как себя чувствуете? Доктор Чаквас обещала поставить меня на ноги. Она превосходно разбирается в физиологии Азари. Вы в хороших руках. Доктор Чаквас свое дело знает. Капитан, я так и не поблагодарила вас за то, что вы спасли меня от гетов. Если бы не вы! Я рада, что мы оказались там вовремя. Я тоже. Я знаю, что вы рисковали, взяв меня на борт. Я же вижу, как ваши люди ко мне относятся. Они мне не доверяют. Но я не такая, как Бенезия. И сделаю все, чтобы помочь вам остановить Сарена. Обещаю. Не волнуйтесь, Лиара. Я вам верю. Знаю, вы меня не подведете. Для меня это очень важно, капитан. Спасибо. Вы знаете, почему Бенезия встала на сторону Сарена? Я этого не понимаю. Она всегда открыто говорила о том, что Азари должны больше участвовать в основных событиях галактики. Может быть, она решила, что, объединившись с Сареном, в конце концов послужит большему благу. По крайней мере, я так надеюсь. Вам эти разговоры мучительны, да? Мне все это непонятно. Я много лет не общалась с Бенезией, но я же ее знала. Она была не такой. Что-то изменилось. Хочу побольше узнать об Азаре. Наша раса первая открыла цитадель. Мы сыграли важную роль в формировании Совета. При разногласиях в галактике мы всегда стараемся быть голосом мира и сотрудничества. Мой народ считает, что все мы часть единого галактического сообщества. Каждый вид вносит свой вклад в общее дело. Хотя мы стремимся к пониманию других видов, мало кто хочет понять нас. Галактика полна слухов и домыслов о нашем народе. Каких, например? Большинство заблуждений вертится вокруг наших брачных ритуалов. Мы однополый вид. Для нас понятия мужчины и женщины не имеют смысла. Но для размножения нам требуется партнер. Этот второй родитель, однако, может принадлежать к любому виду и полу. Не понимаю. Вы можете спариваться с кем угодно? Спариваться – это не совсем то слово. Физический контакт может присутствовать или отсутствовать. Это не главное, в чем заключается союз. Подлинная связь – это связь разумов. Наша физиология позволяет нам соединяться с другими существами. Мы можем проникать в самые глубины их сознания. Мы исследуем генетическую память их вида, разделяем базовые элементы их личной и расовой идентичности. И затем мы передаем их черты нашим дочерям. Таким образом, мы способны развиваться как вид и обретать лучшее понимание других рас. Что случается с вашим партнером после союза? Бывает по-разному. Некоторые союзы – это однократные встречи, после которых родители расстаются. Другие могут быть более длительными. Иногда Азари и ее партнер остаются вместе на много десятков лет. Вы знаете, кого выбрала своим партнером матриарх Бенезия? Она редко говорила о своем партнере, но я знаю, что мой отец, если вы хотите это так называть, принадлежал к народу Азари. Мне казалось, одним из родителей обязательно должен быть представитель другого вида. Подумайте, Шепард. Если бы мы не могли рожать детей в пределах собственного вида, то вымерли бы задолго до того, как овладели искусством космических полетов. Внутривидовые союзы теперь редки, во всяком случае для целей размножения. Большинство Азари считает, что это ослабляет наш генотип. Дочери Азари наследуют расовые черты своих отцов. Если оба родителя Азари, ничего не приобретается. Так, по крайней мере, говорит здравый смысл. Я та, кого иногда называют чистокровная. Хотя ни одна Азари не посмеет сказать мне это в лицо. У нас это считается большим оскорблением.
Возможно, партнер Шабинези тяготилась их союзом. Даже, наверное, стыдилась при всех признать меня своим потомком. Может, она хотела с вами встретиться, но не смогла? С ней могло что-то случиться? Может, она погибла? Не исключено, что вы правы. Надеюсь, что так. Но точно это выяснить невозможно. Бенезия никогда не говорила о своем партнере. Что бы там ни было, ей было слишком больно об этом вспоминать. Она растила меня одна, хотя это нередко бывает. Азари часто воспитывают детей в одиночку, особенно если отец относится к недолговечному виду. Партнер нередко умирает до того, как ребенок успеет повзрослеть. Вы, Азари, можете прожить до 1000 лет. Что бывает, когда ваш партнер умрет? Мало кто из разумных видов обладает нашей долговечностью. Мы научились подходить к своим союзам философски. Мы мало думаем о неизбежности утраты своего партнера. Предпочитаем наслаждаться тем временем, что можем провести с ним. И даже если партнер уходит из этого мира, частица его живет в нас. Союз — это связь, выходящая за рамки пространства и времени. Вы знаете, почему Бенедикт... Я этого не... Может быть, она решила, что объединившись... Есть вероятность, что она хотела власти или чего-то такого? Нет. Та Бенезия, которую я знала, нет. Хотя я много лет не общалась с матерью. Она могла измениться. Расскажите мне о себе, Лиара. О себе? Боюсь, моя жизнь не так интересна, капитан. В основном я проводила время на дальних раскопках, добывала из земли всякую ерунду, погребенную в старых протеанских руинах. Я так понимаю, занятие ваше опасное. И к тому же вам бывает одиноко. Иногда я натыкалась на местные формы жизни или сталкивалась с шайкой наемников или каперов. Но я всегда была очень осторожна. Мои биотические способности всегда выручали меня, пока геты не напали на меня в Тау Артемиды. А что до одиночества? Что ж, это-то мне и нравилось больше всего. Иногда мне просто надо побыть одной. Вы не любите общество? Думаю, дело в том, что я дочь матриарха. И все ожидали, что я пойду по стопам Бенезии, сделаюсь вождем нашего народа. Матриархи ведут своих последовательниц в будущее. Они ищут истину о том, что еще только грядет. Может, потому я так заинтересовалась тайнами прошлого? Глупо звучит, когда говоришь об этом вслух, будто бы я стала археологом, только чтобы насолить Бенезии. Все дети бунтуют против своих родителей. Естественный процесс взросления. Ха-ха, вы мудры, как матриарх Шепард. То же самое Бенезия ответила мне, когда я сообщила ей о своем решении. Но дело было не только в этом. Меня тянуло к прошлому. Протеане были кем-то таинственным, мистическим. Я хотела все о них узнать. Вот почему меня так привлекаете вы. Вы отмечены маяком на Иден Прайм. Вы коснулись действующей технологии протеан. Звучит так, словно вы хотели бы препарировать меня в лаборатории. Что? Нет, я не имела в виду ничего. Я не хотела вас обидеть, Шепард. Я только хочу сказать, что вы были бы интересным образцом для глубокого исследования. Нет, так еще хуже. Успокойтесь, Лиара. Я просто шучу. Шутите? О, святая богиня, какая же я глупая. Наверное, вы считаете меня полной идиоткой. Теперь вам должно быть ясно, почему я предпочитаю работать с компьютерами и записями. Я вечно говорю что-нибудь неловкое в присутствии других. Пожалуйста, давайте сделаем вид, что этого разговора не было. Мне пора. До свидания, Шепард. Капитан, у вас есть минутка? Для моих офицеров время всегда есть. Если без протокола, я думаю, тут что-то не так. Этот Саран ищет записи о какой-то галактической катастрофе, а мы не можем получить поддержку совета. Простите, капитан, это же письмена на стене, но кое-кто их не читает. Приказ получен.
И сколько ни ной, он не изменится. Понял вас, да. Просто за столько времени совет, пожалуй, должен был догадаться, что что-то произойдет. Забавно. Вот мы, наконец, добрались сюда, а тут уже вовсю жизнь кипит. Но пейзаж местных жителей не впечатляет. И опасности тоже. Так-так, вы у нас романтик. Пошли во флот за мечтой, Оленка? Будущее человечества в космосе. Да, в детстве много таких книжек читал, где герой уходит в космос, чтобы доказать, что достоин своей возлюбленной. Или, знаете, искать справедливость. Может, и был я поначалу романтиком, но после мозголомки, простите, курса биотической адаптации и регуляции, я много думал. Я не за мечтой пошел, просто хотел сделать что-нибудь стоящее и посмотреть, каково тут. Извините за неформальность, в Баир о протоколе мало думают. Расскажите мне об этом. По нашу сторону шлюза так никто не выражался, Баир. Все ребята, кого туда запихали, говорили просто «мозголомка». Простите, запихали это неправильно. Нам оказали честь пройти оценку наших способностей с целью улучшения понимания биотиков. Хотя бывают и худшие последствия случайного облучения нулевым элементом на внутриутробной стадии. Опухоль мозга, например. А в том, как вас облучило, было что-то подозрительное? Мою мать облучила во время аварии на транспорте. Тогда еще не было человеческих биотиков. Это было сразу после того, как на Марсе нашли руины. Странности начались только году в 63-м, когда у Канатикса кончились субъекты первого поколения. А до тех пор им хватало несчастных случаев. Вернулся из школы, а у дверей нарисовалась бригада каких-то типов в галстуках. Бац, и ты уже на нулевом скачке. Нулевой скачок — это станция Гагарин, да? Каково там? Да, официальное название такое. Самая большая и самая дальняя наша станция в течение многих лет. Как раз на границе Солнечной системы. Там раньше проводились безуспешные исследования технологии сверхсветовых полетов, пока мы не узнали секрет полей эффекта массы. В мои времена это была чисто научная платформа. Но там еще другие ребятишки были, да? Вы хотя бы были не один. Это верно. Мы каждый вечер перед отбоем собирались в такой кружок. Хотя делать особо было нечего. Научная платформа, как страна, то Канатикс ее запретил подключать, чтобы не было утечек. Вы же все были подростки. Наверняка находились и другие способы занять время. Я не из таких, капитан. По крайней мере, чтобы так вот сразу. Была одна девчонка, с которой я много общался. Но все было прилично. Райана ее звали. Она была из Турции, из очень богатой семьи. Но умная и ужасно славная. И красивая, но нос не задирала. Вроде вас, пожалуй, мэм. Похоже, она была особенной девушкой. Была. Может, и она испытывала похожие чувства, но так ничего и не сложилось. Тренировки, знаете. Вам известны достоверные случаи намеренного облучения? Никому не известны. Хотя это не значит, что их не бывает. Отследить, где случайность, а где нет, невозможно. Тогда все было иначе. Потенциал биотических технологий никто не знал, так что правил было немного. Что бы Канатикс ни делал, все хорошо. И я не говорю, что они нарочно взрывали двигатели над нашими поселениями. Но как-то уж очень быстро они появились на сцене. Нулевой скачок, далеко от дома. Каково там было? По телевизору наше окно в космос выглядит лучше. Ну ладно, мы должны были заниматься разбором полетов, а не слушать истории о том, что было много лет назад. Я просто хочу узнать вас лучше, вот и все. Спасибо за беседу, Кайден. Всегда пожалуйста, мэм. Вы со всеми вступаете в такие личные беседы? Нет. Далеко не со всеми. Поговорим позже. Мне нужно время, чтобы это переварить, капитан. Но да, мне бы хотелось. Вам что-нибудь нужно, капитан? Что вы думаете о последней миссии? Доктор Тессони? Она вроде славная.
Хочу сказать, если вам нравятся заучки... Есть намерение, лейтенант? Нет, капитан. Я предпочитаю рисковых. Пытаюсь понять настрой команды. Есть что сказать? Хватит мне тратить ваше время, капитан. С личными беседами еще... Поговорим позже, Кайден. С удовольствием. Капитан, рад вас видеть. Вы долго были в СБЦ. Много пришлось повидать? Ну, с вами не сравнить. Но да, кое-что интересное было. Наверняка. Расскажите о каком-нибудь увлекательном случае. Да вот хотя бы дело одного соларианского генетика. Дело было довольно неприятное. Что случилось? Почему он оказался под следствием? Мне поручили заняться черным рынком на Цитадели. В основном там все было тихо. Ничего такого, чтобы требовало внимания. Но в ходе расследования я натолкнулся на рост торговли органами. Ими всегда торговали, но не в таком количестве. Непонятно было. То ли появилась новая подпольная лаборатория, то ли какой-то психопат-потрошитель. Вы раньше с этим встречались на Цитадели? Время от времени какая-нибудь лаборатория распродает излишки. Но это не так плохо, как психопаты. Помню одного дипломата Элкора, которого мы взяли в мой первый год службы. Убивал местных жителей и продавал их органы. Всю станцию держал в страхе. Но с генетиком все оказалось не так просто. Гораздо сложнее, чем мы сперва думали. Как же вы выяснили, что происходит на самом деле? Для начала захватили образец и провели тест ДНК. Он вывел нас на турианца, который был жив-здоров и совершенно уверен, что его печень при нем. Немного покопавшись, я узнал, что он одно время работал на генетика доктора Салиона. Иду к нему в лабораторию. Думаю, найду улики. Производство клонированных органов. А там ничего. Ни сердец соларианских, ни турианских печеней. Даже кроганских яиц не было. Вы шутите, что ли? Зачем кому-то нужны кроганские яйца? Кое-кто из кроганов верит, будто пересадка яиц повышает мужскую силу. Ослабляет действие генофага. На самом деле нет, но они все равно их покупают. Платят до 10 тысяч кредитов за штуку. За весь набор выходит 40 тысяч. Кое-кто на этом круто наживается. И что вы сделали с генетиком? Задержал кое-кого из его работников, чтобы проверить, вдруг заговорят. И при беседе с одним из них наткнулся на кое-что подозрительное. Вы хотите сказать «запугивание»? Это было действительно необходимо? Может быть, а может и нет. В любом случае, это оправдало себя. У одного из задержанных во время допроса началось мощное кровотечение. Мы предложили перевязать, а он впал в бешенство. Как с катушек съехал. Я велел провести ему полное медобследование. Врачи нашли у него по всему телу надрезы, частью свежие. Вот это был прорыв. Эти ребята были не просто работниками. Салион использовал их как пробирки. Ходячие, живые пробирки. Он выращивал органы в телах своих работников? Точно. Клонировал органы внутри их собственных тел. А потом вырезал и продавал. Большинство жертв были бедняками. Он платил им небольшой процент с продаж. Но только если органы выходили качественные. Порой орган вырастал не так, как надо, и он оставлял его им. Большинство из них были инвалидами, но только внутри. Снаружи ничего не видно. Надеюсь, он получил то, чего заслуживал. Это-то хуже всего. Мы его так и не поймали. Почему? Что случилось? Он слинял. Взорвал лабораторию, прихватил с собой часть сотрудников и двинул к ближайшему космодоку. Когда я это понял, его корабль уже отчаливал. Он угрожал убить заложников, если мы что-то предпримем. Но вы же полетели за ним следом. Я приказал сбить его, но штаб СБЦ отменил мое распоряжение. Они там волновались о заложниках.
И о том, что если подорвать корабль так близко к цитадели, будут жертвы. Я им говорю, заложники и так мертвы. Он их просто использует для выращивания органов. Но они не стали слушать. Всех не спасешь. Нет, но дать ему так просто улететь... Все, что надо было, задержать корабль. Не дать ему сбежать. Заложники, может, погибнут, может, нет, но мы хоть взяли бы ублюдка, который во всем этом виноват. Пожалуй, я понимаю обе стороны. Но что сделано, то сделано. Пожалуй. Теперь уж что об этом вспоминать? Мне просто жаль, что я не смог его остановить. Вот и все. Вы не знаете, что было дальше с доктором Салионом? Время от времени я дергал за ниточки, хотел выследить его. Однажды я даже чуть было не поймал его. Он менял корабли, сменил имя доктор Харт. Сердечный наш, юморист. Я сообщил военным, но они не были уверены, что это он. Я узнал частоту его нового корабля, но так и не добился, чтобы кто-нибудь проверил. Я проверю координаты, когда будет время. Я надеялся, что вы это скажете. Но, капитан, когда пойдете за ним, возьмите меня. Если это Салион, я хочу быть рядом, когда вы его найдете. Капитан, как вы? Капитан? Что вы думаете о последней миссии? Я не очень-то верю в историю доктора Тессони. В то, что они с матерью не общались. Они ведь не чужие друг другу. Я тоже не знаю, верить ли ей. Лучше держать ее при себе, на виду. В этом есть смысл. Жалко, что руины совсем разрушились. Они же простояли тут тысячи лет. Это впечатляет. У вас есть минута поговорить с глазу на глаз? Конечно. Я просто просматриваю почту из дома. А, пока я здесь. В новостях показывали Нормандию. Мы видели Кайдена. Он симпатяга. До скорого, сестричка. Давайте сделаем вид, что вы этого не слышали. Лейтенант интересует вас, сержант? Нет, мэм. К тому же ходят слухи, что он влюблен в другую. В чем дело? Вы же пришли не мою личную почту подслушивать. Семья для вас, кажется, очень важна. Да, мы всегда были близки. Особенно с сестрами. Папа постоянно был на службе. Я помогала маме их воспитывать. Ваш отец служил на флоте? Да, и все время пропадал в космосе. Из кожи лез, лишь бы его заметили. Но так и не поднялся выше рядового третьего класса. Он очень гордился, когда я стала сержантом артиллерии. Первым делом отдал мне честь. А ваша мама? Вы о ней не упомянули. Вы же знаете, как бывает с женами военных. Они сильные, потому что у них нет выбора. Детей-то надо растить, пока отец 6 месяцев в походе. У нее диплом по планетарной геологии. Они с папой хотели повидать новые миры. Но она отказалась от карьеры, чтобы воспитывать нас. У вас несколько сестер? Похоже, семья большая. Да, я старшая, потом Эбби, потом Лин. И Сара, самая младшая. Она еще в колледже. 4 девочки. Папа говорил, что дома приходится бороться с численным превосходством покруче, чем на учениях. Где вы росли? Да где придется. Как и вы, наверное. Прежде чем я начальную школу закончила, нас 6 раз перебрасывали с места на место. Куда командование пошлет, туда и летишь. Сами знаете. Наверное, потому я к сестрам так и привязалась. Нам же каждые 2-3 года приходилось всех друзей бросать. Я была единственным ребенком в семье, но суть не ясна. У меня один из родителей всегда был на дежурстве. Да, военные семьи. Эх, с такими графиками дежурств удивительно, что вообще дети рождаются. Одно время между мной и Сарой отношения были напряженные, а потом мы помирились. Что за история? Расскажете? Сара завела себе мальчика, а он сразу попытался взять быка за рога. Майк его звали. Не то чтобы он был плохой парень, просто нетерпеливый.
Лин слала мне озабоченные письма, а я советовала ей не психовать. Где же вы были, когда это все происходило? На действительной службе. Сара в этом году колледж заканчивает, а то было пару лет назад. Они жили на Аматерасу, а меня тогда послали на Чернобог. Это в том же скоплении, но в десятке световых лет. Достаточно близко, чтобы постоянно общаться. А если что случится, прилететь не успеешь. Я же скоростной билет не могла себе позволить. Если он ее правда любил, потерпел бы. Да, если бы он вообще к ней не приставал, можно было бы подумать, что он считает Сару уродиной. И так плохо, и так не здорово. Майк позвал ее на романтическую прогулку по лесу. Подумал, что вроде как им давно уже пора было это сделать. Ну, она его шибанула мордой об дерево и пошла прочь. На самой ни царапинки. Хорошо, что мама с папой нас научили кое-какой самозащите. Я взяла отпуск по семейным обстоятельствам и несколько дней провожала Сару в школу. А почему не заявили в полицию? Она сказала, что это не решит проблем. Только ославит их с Майком на всю округу. Колония там была маленькая. Я сказала, что она вправе решать. Пусть поступает, как хочет. Мама очень разозлилась из-за этого. Вы сказали, что всех ваших сестер родители учили самозащите. Лин стреляла из пистолета, но ей это не нравилось. Нервничала. Сара занималась айкидо. Эбби решила учиться фехтовать. Она у нас странная. Любит широкие юбки и узенькие такие топики. Хотя на ее фигуре это смотрится неплохо. Вы чем занимались? Меня папин друг учил рукопашному бою космической пехоты. Вы сказали, что всех ваших... Хотя на ее фигуре Вы это... Вы проделали такой путь, чтобы водить сестру в школу. Всего-то 12 световых лет. Один день перелета. Я же не с Земли летела или там откуда-нибудь. В последний день моего отпуска Майк нас подкараулил. Сара все рассказала друзьям, так что вся школа знала, что он сделал. Его это взбесило. Я хотела его пополам порвать, но Сара на меня так посмотрела, мол, да я сама, это мои дела. Она была совершенно спокойна. Бог мой, а он ей в лицо орал, дала ему выкричиться. А потом он пытался ее ударить. Она просто вокруг него обошла, потом смотрю, а он уже мордой вниз на асфальте. И кровь кругом. Круто. Сара, похоже, такая же, как вы. Она даже лучше. Я-то самый обычный перфоратор на ножках. Он замахнулся, а ее уже не было на том месте. И он упал. Она помогла ему остановить кровь, а меня заставила вызвать скорую. Докторам сказала, что он упал. И перед тем, как Майка увезли в больницу, он коснулся ее руки. Я думала, он опять на земле окажется. А он свесил голову, шепнул «извини» и заплакал. А она его обняла. Женщины Уильямс словами не бросаются, капитан. Мы делаем что-то только когда готовы. Ни раньше, ни позже. Ваша сестра непростая девушка. Но вы совсем не говорили об отце. Он был на службе? Папа всегда хотел служить в космосе. Но чтобы у нас под ногами была твердая земля. Говорил, в космосе красиво, но детей там не вырастешь. Покой не для меня. Я сушу до капли чашу странствий, всегда страдал и радовался полной мерой с друзьями или один. Бродяга ненасытный, повидал я многое. Чужие города, края, обычаи, вождей премудрых. Не думала, что услышу от вас стихи. Думаете, раз я способна попасть вам промеж глаз сотни метров, мне не могут нравиться красивые стихи? Только никому не рассказывайте. «Улисс» был папиным любимым стихотворением. Каждый раз перед полетом он записывал, как я его читаю. К отставке у него накопилось с десяток разных копий. Они ему до сих пор нравятся? Надеюсь, что так. Я каждый раз читаю их у него на могиле, когда попадаю домой. Папа умер несколько лет назад, но, думаю, он смотрит на меня. В смысле, оттуда, куда мы попадем после смерти? Точно так, капитан. Он теперь с Богом.
Для вас же это не проблема, что я верю в Бога. Каждый волен верить во что хочет. Так и в Харте Альянса сказано, только более красиво. Я рада, что вы человек широких взглядов. Я встречала людей, которых раздражала моя вера. Говорили, как можно работать в космосе и верить в высшие силы. Выглянули бы эти ребята в окно. Как можно смотреть на эту галактику и ни во что не верить? Мне надо возвращаться к своим обязанностям. Не хотела отнимать у вас столько времени. Вы свободны, сержант. Мэм.
Чего вы хотите, Шепард? Почему вы пошли в наемники? Много причин. Какие? Какие? Надо было улетать из нашей системы. Надо было что-то есть. Надо было выживать. Почему вы не остались помочь своему народу? Я пытался помочь. Потому и надо было улетать. Что случилось? Меня предали. Я был главой небольшого племени. Мы старались восстановить порядок после войны. Но другие племена были против. Их вождем был Джаред. Один из немногих полководцев, кто пережил войну с турианцами. Но он был стар, как и его идеи. Он хотел продолжить войну. Хотел, чтобы мы дрались с турианцами, с саларианцами, друг с другом. Неважно с кем, лишь бы драться. А вы чего хотели? А я хотел, чтобы Джаред заткнулся. Перестал мутить воду. Но он не понимал, что все изменилось. Нас было слишком мало для войны. А если бы и нет, Генофак не дал бы нам быстро пополнить свою численность. Я убеждал всех отказаться от войны. Нужно было заняться выведением потомства, хотя бы на одно поколение. Какое-то время у нас все получалось. Некоторые племена начали объединяться. Я полагаю, полководец это не оценил. Нет, не оценил. Он договорился устроить сходку. Встречу племен на ничьей земле. Хотел поговорить. Мы сошлись у курганов, там, где могилы предков. Черепа наших мертвых лежат на виду, чтобы мы помнили, откуда пришли и куда уйдем. Это самое священное место для всех кроганов. Насилие там запрещено. Похоже на ловушку. Неужели вы ничего не подозревали? Подозревал. Но когда отец зовет тебя на сходку, даже у нас есть нерушимые законы. Джаред, это ваш отец? Был. До того дня. Мы говорили, но ни к чему не пришли. Когда стало ясно, что я не пойду за ним, он подал сигнал. Его люди поднялись из могил наших предков, словно зомби. Мои парни быстро погибли. Я сумел спастись, но сперва ткнул в грудь отцу ножом. Вот почему я улетел. И почему никогда не вернусь. У вас должны быть другие родственники, кроме отца. Вы по ним не скучаете? Пытаетесь довести меня до слез, Шепард? У меня остались незаконченные дела с родными, но это все. Что за дела? Перед тем, как улететь, я дал клятву отцу моего отца. Я поклялся вернуть боевые доспехи моего рода. Их отняли у нас после восстания. Что в этих доспехах особенного? Это реликвия. На самом деле бесполезная. Но до войны их носили 5 поколений моих предков. Они мои по праву. Сначала их забрали турианские солдаты. После войны нам запретили носить доспехи и оружие. А теперь они в руках Тонна Актуса. Эта турианская мразь коллекционирует военный антиквариат. Нехило наварился на ворованных кроганских ценностях. У него есть несколько баз, где он хранит свой товар. Все укреплены и под охраной. Где именно доспехи, я не знаю. Просто скажите, где нужно искать. Я загружу координаты в ваш компьютер. Но, капитан, когда вы их найдете, я хочу быть рядом. У вас должны быть другие родственники. Я уже сказал вам, Шепард. Я поклялся найти доспехи своего рода. Кроме этого, у меня ничего не осталось. До встречи, Рекс. Шепард. Хорошо, что вы здесь.
Рада снова видеть вашу улыбку. А, вот. Я стала гораздо лучше спать. Привыкаю к тому, как у вас на корабле тихо. Я все еще много думаю о своем паломничестве. Хотя знаю, главное — это Саран. Но на каждой планете я ищу что-нибудь, что смогу привезти на флот. Нам еще много что осталось сделать. Вы найдете, что им привезти. Да, но это не должен быть просто старый корабль на металлолом. Нужно что-то более серьезное. От меня многого ожидают. Чем вы так отличаетесь? Дело в отце. Он старший член коллегии адмиралов. Один из пяти, кто ради блага мигрирующего флота может отменить решение конклава. Мой отец отвечает за 17 миллионов жизней. В его руках вся наша раса. А я его единственный ребенок. То есть вы наследница Кварианского трона? Или что-то в этом роде? Нет, у нас все не так. Должность моего отца не наследуется. Я сама вряд ли когда-нибудь попаду в коллегию адмиралов. Официально я такая же, как все. Но на деле все выходит иначе. Из-за отца ко мне всегда относились по-другому. Вы, должно быть, были окружены вниманием. Пожалуй, в юности мне было проще, чем другим. Но не все так просто. У таких людей, как мой отец, есть враги. И они не побрезгуют использовать меня, чтобы достать его. Вам должно быть нелегко. Мой народ высоко ценит семью, предков. Все подразумевают, что я должна быть под стать отцу. Все ждут, что я в своем паломничестве совершу что-то великое. Что-то, что навсегда изменит нашу жизнь к лучшему. А если нет, значит, я провалилась. Что будет плохо и для меня, и для моего отца. Ваша задача здесь важней, чем все, что когда-либо делали кварианцы. Да, я знаю, но вы должны понять кварианскую культуру. Мы очень замкнутое общество. События за пределами флотилии мало что значит для среднего гражданина. Наша величайшая мечта – однажды вернуться на родину и изгнать оттуда гетов. Но если даже мы остановим Сарана, этого не случится. За вуалью остались еще миллионы гетов. Пока они есть, наше изгнание не кончится. Что вы должны привезти, чтобы все были счастливы? Что-то, что поможет нам лучше понять гетов. За время нашего изгнания они сильно изменились, так как продолжают эволюционировать. Мы очень стараемся их изучать, но это не так просто, они очень скрытны. До недавнего времени они не выходили за пределы вуали. А все, с кем мы сталкиваемся, находятся под контролем Сарана. Нам нужно отыскать гетов, которые бы действовали сами по себе, независимо. Но я не хочу мешать вашей миссии, Шепард. Сначала остановим Сарана, а потом уже я могу заняться своими делами. Расскажите о своем отце. Нелегко быть дочерью одного из адмиралов. Он был видной фигурой еще до того, как вошел в состав коллегии. К нему прислушивались. Он должен подавать всем пример, и того же ждут от его дочери. К тому же он очень строг. Военный человек до самых костей. Он всегда и во всем требовал совершенства. В детстве мне порой казалось, что он слишком на меня давит. Но теперь я способна оценить то, чему он меня научил. Мир ничего нам не должен. Если мы чего-то хотим от жизни, это нужно заслужить. Нелегкое детство. Но вы не в обиде на своего отца? Я говорила, было нелегко. Мой отец не тот человек, к которому можно привязаться. И виделись мы с ним не так часто. Он был слишком занят. На него все рассчитывали, и он серьезно относился к своим обязанностям. Даже когда был рядом, казался отстраненным. Будто думает о чем-то другом. Подумать только. Я не помню, чтобы он улыбался. Ни разу. Будто вся эта ответственность его все время тяготила. То есть я знаю, что он любит меня. Но он ни разу этого не показал. Таким людям сложно любить. Пожалуй, единственное, что я могу сказать, это что я уважаю его. А что делала ваша мать? Мама была рядом, но казалось, она находится на заднем плане. Отец словно затмевал ее своим сиянием. Рядом с ним многие себя так чувствовали. Она умерла лет 5 назад. На флоте была эпидемия, какой-то вирус. Так иногда бывает, когда воздушные фильтры начинают сдавать.
Отца это сильно подкосило. Когда ее не стало, он еще больше ушел в работу. Думаю, так он пытался пережить свое горе. Я хочу поговорить о другом. О чем, например? Я хочу побольше узнать о Гетто. Вряд ли я... Я знаю лишь истории... Интересно. Потом в их программу вносились модификации. Но мы недооценили, потому что... Можете себе представить, как... И что... По всем кварианским системам был распространен общий приказ о подключении всех гетто. Гетты отреагировали с яростью. Вы же не думали, что они дадут вам уничтожить себя без боя? Надежда была на то, что большинство геттов еще просто машины. Не спас... Война была долгой. Мы боялись, что гетты станут нас преследовать. Но они так и не вышли за пределы... Вы получили то, что заслужили. Мы сделали ошибку, когда стали создавать гетто. Но начать с ними войну... Вот этой ошибкой не было. Если бы мы не стали действовать, они уничтожили бы нас. Это искусство. Как по-вашему, почему они отрезали себя от всей остальной галактики? Почему убивали... Вы не произвели на них хорошего впечатления. Думаете, если бы мы ждали, пока они начнут, все было бы иначе? Гетты вовсе не невинные жертвы. Они наши враги. Они хотели уничтожить нас. Не только кварианцев, всю органическую жизнь. Вот почему они встали на сторону Сарана. И вот почему мы должны его остановить. Мне нужно идти. Увидимся. Интересуетесь новинками? Давайте посмотрим, что у вас имеется. Как скажете, капитан.